много и вообще, прежде всего, в сознании людей. Вот. Но я лично работаю, я не каждый день бываю в Москве, но я постоянно бываю на работе, клиника работает 24 часа. Работает очень непросто. Это связано, прежде всего, что людям не очень просто добраться и с различными ограничениями внутри клиники. Врачи вынуждены работать в защите, и это тоже непросто находиться в маске и в этом шлеме 12 часов, да, и в перчатках. Но все относятся к этому с пониманием. И мы принимаем животных. Животные у нас приходят разные, много тяжелых случаев. Но в целом, вот клиники просели по-разному совершенно. От 20% до 50%. И некоторые клиники я беру вообще глобально. Некоторые клиники закрылись, потому что они не могут платить за аренду. Но все переживают это. Не очень легко в Москве, я имею в виду. Как происходит в России, тоже по-разному. Я в больших городах, я знаю, тоже просили от 20 и более процентов клиники. И, ну, как-то все очень непросто. Но, тем не менее, мы работаем, потому что помимо этого вируса остаются другие болезни. Прежде всего, болезни, которые болеют животные. И сегодня важно, чтобы граждане Российской Федерации чувствовали себя спокойно со своими питомцами, чтобы питомцы их не болели, а если заболевают, мы им должны оказывать качественную помощь, чем, собственно говоря, и мы занимаемся. Все происходит, еще раз говорю, непросто. Некоторые врачи заболевают. К сожалению, такое уже есть. И попадают в больницу, несмотря на все меры предосторожности, которые мы соблюдаем. Ну, вот это вот так вот примерно происходит у нас. Вы знаете, мы не видим глобально, я лично не вижу, что глобально, чтобы как-то изменилось, да, но люди нервничают, видно нервозность. Но мы стараемся с людьми, с этими... Мы понимаем, что происходит, поэтому мы стараемся со всеми людьми говорить очень вменяемо и избегаем вообще всяческих конфликтов. Даже если хозяин не прав, мы все равно делаем все, чтобы помочь прежде всего животному. Когда я называю цифры от 20 до 50%, это по деньгам. Люди стали реже обращаться, люди стали реже обращаться с серьезными случаями. Они откладывают какие-то плановые истории свои. Мы, конечно, стараемся, чтобы прежде всего были сделаны вакцинации, которые важны и для человека, и для животного. Это зоантропонозы различные. Но в целом, конечно, посещение клиник людьми стало гораздо меньше. Я о таком не слышал, чтобы кто-то кого-то поддерживал, имеется в виду ветеринарной клиники. Таких данных у меня нет. Просто их нет. Никто никого не поддерживает. Но мы выживем. Мы выживем, несмотря ни на что, потому что наша профессия очень важна. Поэтому, собственно говоря, мы не входим в перечень предприятий, которые закрываются, мы не закрываемся и продолжаем работать. Более того, я скажу, что в самом начале мы, следуя примеру, например, врачам Франции, мы предложили свою помощь. Наши врачи готовы работать вместе с медиками. С медиками все-таки мы имеем примерно одинаковые специальности. То же самое произошло во Франции, когда врачи Франции предложили свое оборудование и свои силы для ликвидации этого заболевания. Наша помощь на сегодняшний день не понадобилась, и медицинские доктора справляются с этим самостоятельно. Мы эту же информацию, как только началась эта вся история,
с COVID-19, мы дали подробное разъяснение на сайте ассоциации. Помимо этого, я выступал в передаче «Комсомольская правда» с охватом, эфир у них большой, несколько миллионов зрителей. Я выступал на Первом канале в передаче, как раз касаясь того, что возможно ли... Потом в газетах в различных информацию периодически мы даем полную, развернутую. Скажу больше того, совместно с Академией наук и ветеринарным факультетом Донского технического университета мы подготовили огромный обзор по данной тематике, касающейся животных. И скоро выйдет статья, я надеюсь, в одном из сборников Академии наук. То, что касается, передается вирус и не передается, скажу так, сегодня не существует ни одна из организаций, которая занимается анализом данной ситуации, связанной с этим вирусом, не подтвердила достоверность передачи вируса от кошки или собаки человеку. Нет такой информации. Те информации, которые издания средства массовой информации вбрасывают периодически, что там имелся случай, тигрица заболела и так далее, приводит к тому, что люди начинают выкидывать кошек и собак, что неправильно. Поэтому мы везде объясняем. На сегодняшний день нет ни одного научного обоснованного доказательства передачи вируса от животного, от собаки или кошки, от собаки или кошки. Поэтому владельцы должны быть спокойны. Но на что я хочу обратить внимание, о необходимости соблюдения правил личной гигиены. Если в семье, в которой есть больной человек, который болен COVID-19, следует соблюдать втройне правила личной гигиены, потому что вирус может присутствовать на шерсти животного, собственно говоря. Все очень просто. Так же, как он может присутствовать на дверной ручке, на карандаше и так далее, и так далее. Он недолго живет на предметах и на шерсти животного, поэтому надо соблюдать правила личной гигиены. Но животные, буду все время повторять, не являются животные, собака и кошка не являются переносчиком данного вируса. Ну, во-первых, я хочу сказать, что в апреле следующего года, 2021 года, мы будем проводить уже 29-й Московский международный ветеринарный конгресс. И мы будем проводить его в других рамках, что заинтересует и заводчиков. Мы объединяем усилия, конгресс и компаньон. Мы объединяем свои усилия и проводим данное мероприятие вместе. Здесь будет много информации и для врачей, и для заводчиков, и для грумеров, правильно я называю, грумеров, все, что связано с домашними животными, и крупными, и мелкими, и собаки, и лошади. Это будет форум не только для врачей, это будет форум для всех, кто занимается
проблемой, этими мероприятиями, если можно сказать. Сейчас ведется очень интенсивная подготовка. Мы сегодня контактируем и ведем переговоры, и уже договорились с рядом иностранных докладчиков, которые подтвердили нам свое участие в нашем апрельском конгрессе. Мы ведем большую работу с лекторами. Могу сказать, что на сегодняшний день, то, что касается ветеринарной части этого мероприятия, мы готовы. Так что мы не сидим сегодня дома в заперти, а мы ведем интенсивную работу, мы работаем. Мы участвовали, наши врачи участвовали, и часть нашей команды, которая делает конгресс, участвовали в этом мероприятии. Я считаю, что это мероприятие прошло очень удачно. Поэтому мы в дальнейшем будем проводить различные мероприятия и онлайн, и не онлайн, разные. Мы объединяем свои усилия. Мы делаем совершенно новый продукт на этом рынке. Я думаю, что это будет интересная история для всех. Для всех. Мы делаем одно дело, а вместе мы это дело делать будем лучше. И 12 мая мы подтвердили это и документально закрепили, что мы сегодня будем работать вместе. Уже в этом году, в сентябре, в октябре мы начнем этот совместный проект в разных совершенно в разных и онлайн, и вживую, и уже какие-то мероприятия намечены, и намечены уже поездки даже, я знаю, что мы поедем туда, где никогда ничего не проводилось, мы поедем в Уссурийск, например, в Уссурийск. На базе вуза мы собираемся делать большую локальную конференцию. Я думаю, что это будет очень интересно. Всем интересно, всем. Не только кто лечит, но и тех, кто разводит, кто ухаживает за животными, волонтерам будет интересно. Мы делаем такую глобальную историю, которую никто никогда раньше не делал. Сегодня 90 лет Донскому государственному техническому университету. Происходит чествование этого университета онлайн, в онлайн-режиме, к сожалению, но хочу сказать, что сегодня в этом университете уже официально существует ветеринарный факультет, который возглавляет профессор Ермаков Алексей Михайлович. Я считаю, что это сегодня лучший факультет ветеринарный, молодой, прогрессивный, который движется вперед. И если мы все вместе, неважно, врачи, люди, которые разводят животных, грумеры и так далее, будем помогать этому университету, проводя на его территории свои мероприятия, то мы можем сделать замечательную площадку Юга России совместно, замечательную. И выставки там можно проводить, ректор. Есть все возможности этого. Совершенно уникальные, совершенно технологии, которыми они обладают, можно использовать всем. Вот это такое вот событие произошло. Открытие ветеринарного факультета и 90 лет данному университету. Всем, наверное, многим покажется странно, как это на базе технического университета вдруг создан ветеринарный факультет. Нового ничего никто не изобретал. Такая практика существует во многих странах, когда на базе больших университетов открываются и медицинские факультеты, и ветеринарные факультеты. И я думаю, наоборот, это будет полезно, такое взаимное обогащение технической стороны и гуманитарной стороны образовательной. Ну, посмотрим, как будет развиваться. Сейчас, то, что сейчас происходит, мне очень импонирует, и мне очень нравится, что происходит. Я бы хотел вернуться в 1979 год, в 79-м году, по-моему, это было. Это был Всемирный
ветеринарный конгресс в Москве. Это был первый конгресс за всю историю тогдашней ветеринарии СССР. И это было событие, это проходило в Кремлевском дворце. Я был участником этого события. В честь этого события тогда была выпущена марка. И мне было бы интересно более подробно, если бы в машину времени я попал, я бы вернулся туда, я посмотрел, а как это было выгодно. Меня тогда это произвело колоссальное впечатление, потому что это был, во-первых, глобальный конгресс, он касался лечения животных, и мелких, и продуктивных, разных животных. И тогда впервые я увидел ветеринарию с большой буквы, докладчиков, вживую общаться с докладчиком. Представляете, что это такое было в Советском Союзе, когда он был железный занавес? Я разговаривал с людьми из Мексики, с Израиля, с Голландии, читал их статьи, поэтому это было очень интересно. Меня восхищают женщины. Самые красивые, что есть в этом мире. И я за то, чтобы женщин как можно больше было в нашем правительстве, вообще, чтобы страной, наверное, женщина управляла. Хоть один раз за всю историю. Ну, кто-нибудь. Давайте проголосуем за женщину, чтобы она управляла и стала президентом Российской Федерации. Подписчики канала Best Russian Dog. Меня зовут Дубров Константин. Я являюсь профессиональным хендлером более 15 лет и работаю с разными породами собак. Конечно, в этот непростой для нас период провожу время со своей семьей. Из каждой ситуации, даже если она не очень хорошая, нужно находить свои плюсы. Так как работа занимает много времени и не всегда получается уделить достаточно время своей семье. В данный момент у меня появилось новое хобби. Это скульпторство разных пород собак. Многие спрашивают у меня, почему именно скульпторство? Я считаю, что ответ очевиден. Хендлер – это тоже своего рода скульптор. Я как хендлер стараюсь работать с определенной породой сквозь призму лучших представителей породы, учитывая породные признаки, стандарт, породный темперамент. К сожалению, нет идеальных собак. Единственное, что в скульпторстве я могу немного подкорректировать анатомию и приукрасить собаку. Да, я смотрю всевозможные вебинары по породам и грумингу. Подчеркиваю для себя моменты в разных породах. Сейчас отличная возможность людям проходить самообучение. Судьи, грумеры, хендлеры с удовольствием делят своими знаниями. Это замечательно. И этим нужно пользоваться. Что я и делаю. В момент, в период самоизоляции, я стараюсь не проводить тренировки. Нам всем немножко нужно потерпеть. Думаю, что все будет в дальнейшем хорошо, и мы вернемся в прежнее русло. Думаю, что выставки начнутся в благоприятный для всех нас период. Да, конечно, планирую принять участие в ближайших выставках после карантина. Все мы очень соскучились. Поездку в Мадрид в этом году я планировал с мексиканской голой Thunderbolt Legend Luxor, который стал чемпионом мира в 2019 году в Шанхае и занял призовое место в группе на чемпионате мира. На выставке Россия он стал вице-победителем Best in Show, но, к сожалению, вирус нарушил все наши планы. Думаю, что чемпионат мира в этом году мы пропустим, к сожалению. Проводя мастер-классы по Дальнему Востоку, конечно, людям не хватает хорошей кинологической школы в своей массе. Нет элементарной базы правильных взаимоотношений между собакой и проводником. Хотелось бы, чтобы открылись филиалы школы юных хендлеров при Российской кинологической федерации по всей России, чтобы наши юные хендлеры могли открывать свои таланты. Что бы посоветовал юным хендлерам, это уделить внимание при работе с собакой главному параметру,
при судействии конкурса, это контакту. И, конечно же, чем сложнее будут собаки при обучении и тренировках, тем больше опыта они получат. В профессии, конечно, вдохновляют профессионалы и лидеры в своих породах, которые всю жизнь посвятили кинологии. Слава – это работа и путь к достижению долговременных целей. Принято считать, что человеческий мозг работает лишь на 10-15%. Я хотел бы иметь знания и быть специалистом во всех областях хотя бы на 50%. Знания – это сила. И я тогда бы был самым сильным человеком на свете.